Ямы на мосту «Дружба» были заделаны литым асфальтом. Однако при приемке работ специалистами управления городского хозяйства были выявлены дефекты старого дорожного полотна. Об этом на планерке во вторник докладывал Николай Ванифатов. Мэр попросил усилить штат УКХ. Коллеги, Николай Александрович, и подумайте, у вас там УКХ службы все. Предложение, которое мы обсуждаем с вами по поводу возможного усиления группы инженерной на УКХ, если пару человек туда принять народу, посмотрите, пожалуйста. Может быть, это нужно, потому что у нас и сейчас и дружба проблемная, и не хотелось бы такой же проблемный нос и контроль держать за Красным мостом, который, возможно, в ближайшие там годы начнем ремонтировать. Как оказалось, область на 12 марта не довела до города денежные лимиты на ремонтные работы на мосту «Дружба». Кроме того, после 8 марта в городе должны были приступить к ямочному ремонту. Ремонт с этим асфальтом в рамках гарантийных обязательств. На данный момент у нас фирмы работают по монолитскому Тула, по улице Игнатова отработано 20 квадратных метров этим асфальтом. По улице Первой Курской от 5 августа до улицы Ливенской 7 квадратных метров отработано. Также ГУП «Дорожная служба». Есть подрядчики, которые не вышли на объект в рамках гарантийных обязательств, сославшись на погоду. С ними ведется претензионная работа, заверила Светлана Балашова. Главам районных администраций вместе с АТК, а также с управлением коммунального хозяйства проверить все участки, на которых выполнялась замена труб, вскрытие теплотрасс, водопроводов, канализаций, газовых сетей. И в соответствии с своими полномочиями, с административно-техническими комиссиями, обязать организации, которые выполняли эти работы и допустили провалы грунта или асфальтового покрытия проезжей части, выполнить все это в максимально короткие сроки за свой счет.